Если мы говорим про коммунальный мост, то что касается общественного транспорта и движения специальной техники и транспорта, то она будет осуществляться. Соответственно, выгоднее, наверное, будет все-таки в этот период, когда у нас работы будут вестись над коммунальным мостом, воспользоваться все-таки общественным транспортом. Да? Вот смотрите, у нас Дубровинского, коммунальный мост и так далее. Это основные магистральные улицы, артерии, мостовые переходы, которые используются и берет на себя очень большую нагрузку трафика. Соответственно, здесь нужно определяться, все-таки где, кому удобнее все-таки воспользоваться общественным транспортом. Мы настоятельно рекомендуем это сделать, поскольку приоритет на этот период будет отдан общественному транспорту. Так же, как и в первые дни экипажи ДПС будут работать на всех основных магистралях, где у нас вводятся ограничения в движении. Помогать водителям сориентироваться в дорожной ситуации и обстановке. Но все водители должны прекрасно понимать, что нужно обращать внимание на знаковую информацию. Информационные щиты, определяющие маршруты движения, ограничения движений, объездные пути и так далее. Но если вы это сделаете заранее, мы, соответственно, минимизируем ту сложную ситуацию дорожную, в которой мы можем оказаться. Есть магистральные улицы, которые при ограничении движений, при ограничении полос в движении, возникновение элементарного дорожно-транспортного происшествия может поставить половину города в очень сложные дорожные условия. Поэтому, чтобы этого не произошло, нужно это все учитывать. Да, наряды ДПС, сотрудники ГИБДД будут в тех местах, где мы будем видеть осложнения, оказывать помощь. Но в первую очередь, говорю, водители должны ориентироваться на себя и соблюдать требования знаковой информации. Ну и все-таки ограничить пользование свой личный. Тогда скажите еще, какие расчеты проведены в целом по коммунальному мосту, сколько у нас, значит, автотранспорта проезжает, какой поток идет, на что рассчитано. И поэтому как раз это будет уместно сказать, что иначе мы здесь пробок в любом случае не будем избегать. У нас в часы пик нагрузка, интенсивность движения по коммунальному мосту составляет в районе 5000 автомобилей в час. Соответственно, пропускная способность одной полосы в среднем варьируется 1000-1200 автомобилей. Ирыгинская набережная, Ирыгинский проезд, он две полосы для движения. Соответственно, когда у нас 3000 автомобилей в час, 3-4 тысячи автомобилей в час поедут на Ирыгинский проезд, соответственно, создается заторовая ситуация. Затор увеличится в 3 раза. Поэтому мы говорим, что данная ситуация может усугубиться на центральных улицах, как улица Линбаума, Карла Маркса, Мира, чтобы не создавать заторы, именно для того, чтобы накопится хвост с Ирыгинского проезда на улицу Линбаума. Поэтому мы рекомендуем воспользоваться улицей Декабристов для выезда на 4-й мост, либо Октябрьским мостом. Не надо строить свой маршрут движения через центр города, чтобы попасть на 4-й мост. Следующий, хотелось бы обратить внимание, это у нас правый берег, движение по правому берегу. Значит, здесь для исключения заторовых ситуаций у нас продолжается ремонт на проспекте Красноярский рабочий. В связи с чем, с этим маршрут объезда будет осуществляться по улице Затонской. По улице Затонской можно будет выехать на улицу Семафорную, как в сторону 4-го моста, так и в сторону Октябрьского моста. За выходные дни, а также в понедельник, мы будем перенастраивать светофорные объекты на данном участке, чтобы наиболее максимально сбросить весь поток транспорта с Красноярского рабочего на улицу Семафорную. При этом хотелось бы обратить внимание, что вот у нас на улице Вавилова, от улицы Затонской до Радиорынка, тоже ведутся ремонтные работы теплотрассы, и движение по улице Вавилова закрыто на этом участке. Поэтому для маршрута объезда, вот это у нас улица Семафорная, Свердловская, 60 лет октября, по правому берегу. Вавилова насколько закрыта? Вавилова у нас тоже ориентировочно, в районе 2 месяцев. Вавилова закрыта уже 2 недели. В любом случае, эта схема, значит, организованная не только по улице центра, по центру, значит,
Ильича Памира, Карлов, Амстерцова, по всему городу. Другое дело, что мы говорили о том, что действительно по частям мы так и производим перекрытие постепенно. Значит, что касается начала работ на улице Мира и Карла Марса, мы считаем ориентировочно 20-е числа мы будем заходить на улице Мира и Карла Марса, 20-е числа этого месяца. Сразу скажу о том, что как раз у нас есть вопросы, чтобы начало многих работ, они как бы идут в основном по графику, тем самым, если бы одновременно везде бы все перекрылось, наверное, да, было гораздо хуже, можно было бы планировать свое направление движения. Поэтому, значит, это позволяет нам все-таки как-то стабилизировать ситуацию по движению автотранспорта. В любом случае, естественно, не избежать каких-то проблемных участков и проблем, да, но совместно с начальником ГИБДД города, в первую очередь на постоянном взаимодействии и связи и специалистами отдела мониторинга регулирования движения, мы все равно какие-то небольшие, допустим, коррективы вносим. Но в любом случае вы будете об этом знать. Еще раз говорю, что мы будем раз в неделю активно говорить о тех всех, начиная от того, что как происходит движение и что еще, какие вопросы возникают. На набережной предусмотрено 3 регулируемых пешеходных перехода. Соответственно, движение пешеходов будет обеспечено. Игорь Викторович, уточните, вот, для чего запущен поток по верхнему ярусу? То есть откуда этот поток и что он призван? Для того, чтобы все-таки снизить нагрузку на центральную часть города, именно на улицу Карла Марса, которая будет в ремонте, проспект Мира, соответственно, мы по верхней набережной открываем это движение. Эта практика у нас уже использовалась, где-то примерно лет 10 назад открывали движение по верхней набережной, то есть точно так же, и она оказалась положительной. Игорь Васильевич, то есть когда ремонт теплотрассы придет к своему завершению, набережная закроется для автомобилистов? Да, то есть 10 августа, когда закончится ремонт, будет восстановлено асфальтобетонное покрытие, движение по верхней набережной будет точно так же, только для пешеходов. Да, то есть там на сегодняшний день часы уже универсиады демонтированы, сейчас будут демонтированы лавочки, урны, то есть выставлены дополнительные блоки с целью исключения съезда транспорта вниз и установлены дополнительные знаки информации. Можете конкретно назвать даты, с какой пешеходная часть станет проезжей? Значит, с 22 часов 16 июня до 10 августа верхняя набережная, она будет использоваться только для движения транспорта. У вас один маршрут автобусный, это более 30% от всех регулярных автобусных маршрутов, которые всего 63, я не считаю, дачные маршруты. Более 300 единиц подвижного состава на этих маршрутах работает. Схема движения по мосту, подъезды от Краснаба, от Матросова маршруты не меняются. Соответственно, все контрольные рейсы, утренние, вечерние, последние рейсы, мы с подрядчиком все обговаривали, соответственно, будут выполняться. То есть движение общественного транспорта будет осуществляться на этот период в обычном графике. То есть, спасибо. Обычно, извините, вопрос. То есть не будет увеличено количество автобусов, но это кажется логично. Но, знаете, в обычном графике из того, что я сказал, что более 30% от всех автобусных маршрутов проходит через коммунальный мост, по нашим расчетам текущего количества будет достаточно. Соответственно, конечно, мы будем вести в любом случае мониторинг. Но надо учитывать, что летом всегда идет, в любом случае, сезонное всегда снижение общего пассажиропотока по сети. Поэтому мы не ожидаем того, что мы не справимся с этой работой.